Ребят, у нас дымовуха! Всем привет, с вами Данилка и Толямба. Сегодня мы у меня дома и будем делать... дымовуху! Да-да-да, вы угадали, дымовуху. Потом в конце видео мы вам продемонстрируем, как она горит. Только где-то нашел этот рецепт, я не знаю, в интернете или где. Да нет, сам приготовил. Кушать готовил, потом чуть-чуть зажег, и у меня все тут в дыму оказалось. Сгорело. Мы сегодня будем делать дымовуху, я еще раз повторю. Сейчас мы покажем, какие ингредиенты, ну что нам для дымовухи понадобится. Да. Итак, сейчас мы вам покажем, какие нам ингредиенты нужны. Нам нужен теннисный шарик. Его надо будет пополам разрезать ножницами. Нам будет надо мыло. Его мы накрошим ножиком. И, конечно, в это все мы будем заворачивать все фольгой. И, конечно же, подожжем потом в зажигалке либо чем-нибудь. Вот этот шарик разрезать пополам. Мы его уже разрезали. Вот эти две части. Сейчас я даже не знаю, что дальше надо будет делать. Сейчас его надо будет уже накрошить так же, как мы. Да, его сейчас нарезать надо по частям, короче. Сейчас Тоха принесет ножницы, или ты уже их принес. Мы, кстати, у Тохи дома теперь, не у меня. Да. Вот сейчас Тоха их будет нарезать. Их резать на маленькие части, и потом это все ложить в фольгу. Вот такие вот маленькие части должны получаться. Вот такие вот маленькие части. Их надо нарезать полностью, весь шарик разрезать. Они, конечно, отлетают на пол, но ничего. Соберем. Я соберу. Ничего не будет. Также мы в следующем видео будем снимать, что мы кушаем. Какой-нибудь лимон с перцем и что-нибудь по тому подобное. На этот раз, может, меня Ваня победит. Да, потому что Тоха ненавидит кислое. Ведь я же кабан. Ну, я могу съесть все. Ну, да. Вот так вот нарезаю. Сейчас мы дорежем весь шарик и придем к вам обратно. Итак, ребят, у нас ушло вот на это вырезание в районе 5 минут. Вот сейчас Тоха дорезает последнюю половинку. Я вот так вот придерживаю рукой, чтобы не отлетало. Давай, тут режь. Кстати, мы будем поджигать дымовуху зажигалкой. Вот я вот Тохе нашел зажигалку, пока он там резал. Такая вот зажигалка. Сейчас я поджечь ее. Ну, левой рукой не получается. Вот так вот хорошо горит. Ну ладно, только сейчас это надо все пересыпать в фольгу. Давай. Сейчас мы его пересыпим. Вот он пересып. Сейчас вот надо размельчить немного мыла ножиком. Вот это вот мыло хозяйственное. Да. Фу, пахнет оно каким-то говном. Если честно, вот так вот размельчаем. Его мало или много надо? Мало. Там какой-то дятел у нас. Дятел какой-то стучится там в соседнем, ну, доме, наверное. В комнате. Ну как в комнате? Как вам сказать, двери. Кстати, обернуть этот шарик надо в 2 слоя фольги. В 2-3 слоя фольги. Мы будем оборачивать в 2-3 слоя. Ну, мне кажется, в 3 слоя хватит точно. В 2. Вот так вот мы обернули. Дымовуха тогда будет. Это что, зажигать типа будет? Зачем так момент? Да. Вот такая вот дымовуха получается. Сейчас еще раз обернет Тоха. Мы опять также снимаем перед школой, если вы вначале видели то, что я в школьной форме была, Тоха у себя дома, как король. Ну а вообще там дома тоже в шортах, майки тоже что. Не учиться. Можно даже это. Зачем так? Вот у нас получилась такая сарделька. Вот. Если я чуть-чуть отрежу. Вот такая вот сарделька, сейчас только ее будет отрезать. Чуть-чуть подрежу. Не можешь никак отрезать, Тоха. Давай, режь получится. Вот такая у нас сарделечка получилась. Можно, в принципе, фитиль что для дымовухи. В принципе, вот здесь подожжешь, и будет все нормально, в принципе, окей. И вот мы также будем поджигать вот этой вот. Ну, только держи.
и мы вот этим будем поджигать. Но не здесь, вот конечно, из-за границы. Мы, наверное, будем поджигать либо на улице, либо на балконе. А как же? Сейчас мы, может, сходим на балкон и подожжем. Но сначала мы это все уберем. Тоха уже сходит с ума. Тоха пока убирает, а я также буду снимать. Мы, может, вот я это, кстати, принес ему гостинцы. Ладно, сейчас мы сходим либо на балкон, подумаем. Ребята, у нас дымовуха! Вонь! А где она? Вот она! О, сколько дыма! Ребята, поджечь ее надо. Вот это ты так и зажигал. Ну-ка. Вообще пахнет говном. Ну там поджигают. Ой, да. Похоже, она все скончилась. Не знаю. Жги-жги. Ну, дыма вышло прилично. Да, мы не успели снять изначально, но там было очень холодно. Короче, вот у нас такая дымовуха была, получилась. Вот мы сейчас ее разжигаем. Это не все еще сгорело. Вот первый слой. Подожги ее. Подожги. Ладно. Ну там она задымилась жестко. Даже испугались. Но этот запах все еще остался. Не все. Вот такая дымовуха у нас получилась. Ребят, смотрите, здесь какое количество дыма. Я думаю, вам не видно, но от человеческого глаза так не преобразить. Ну, здесь очень много дыма. И вообще, жесть, воняет мерзко. С вами были Данил Кайталямба. Если хотите еще такие же офигенные ролики, ставьте лайки. Мы сделаем еще больше дымовуху. Если будет много лайков и комментариев, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если мы наберем 10 тысяч просмотров, то мы сделаем такую большую дымовуху, что весь дом, наверное. Короче, 30 сантиметров на 30. Такой вот кружок будет. Зовите всех своих друзей, чтобы они смотрели наши ролики. Пусть они остальных друзей зовут. Пусть смотрят наши ролики. И всем до скорых встреч, всем удачи. Всем пока! Пока! Да!